Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру «Крутой Сэм. Второе пришествие». Продолжаем убивать красноперых, саблезубых хмырей, пердящих, свистящих, издавающих различные звуки. У нас прям все полетели, да? Помните, как мы здесь после серии замучились? Так, давайте-ка возьмем всего, да побольше. Обновить все. О, перышки полетели. Кто-то топает. А, это мы, наверное. Попробуем зайти сюда. О, миномет. Супербомба. Супербомба у нас теперь опять полная. Да, и возьмем вот эти. Постреляем, наверное, ими. Лёш, твое любимое оружие. Да, моя зелёнка. Выпускай нас, нам надо убивать кого-нибудь. Сохраняйка, подписывайся на канал, пойду по контакту, не надо ставить лайка. Давай, Сэм, давай. Покажи, что ты это можешь. Это не Сэм, как я уже говорил, это не Кита Джибур, да. Так, что-то тут полезло вроде. Костянька. Костян. Костепы. Мы будем из этих костей делать костепы. Они разлетаются, ой, как будто. Видишь, какое хорошее оружие. Так, нам же не зря дали супербомбу. Наверное, может быть. Да пока никого нет. Вот надо вот так вот двигаться по траектории такой. Опа. Костей не пропускаем. Сколько? Кладбище костей. Все, что-то кончается там. Да, да, да. Супер ущерб у нас был. А, это супер ущерб. Да, видишь, они как быстро убивались, да? Теперь будет чуть-чуть помедленнее. Так, вон там у нас появились демоны небесные, красные, у дверей стоят. Да, смотрите, что у нас тут началось. Ну, месиво из костей. Ребят, поздравляю вас. У нас тут начинаются настоящие бои, наконец-таки, да? Мы уже дождались этого кости момента. Из-под земли выпрыгивают. Когда это... у нас тут пошли действительно уже врагов тут просто куча. То есть можно на шашлычок себе спокойно набрать леска, как всегда. На костях можно сделать шампуры, то есть все. Все, тыковка, то есть овощи сразу можно поесть. Ну так, что-то тут выскочило чуть-чуть, но мы с этим справимся. Вон, дольфушка усатый идет. Пожалуйста, выбирайте мясо на любой вкус. И дьявольское мясо есть. Ну как он уже сюда подошел быстро. Посмотрим, как жареный дьявол. О, дьяволок. Ох ты, ох ты, они как быстро. Хороший подходит. Мясной такой есть. Так, полетели бычки. Бычарки. Хлоп. Бомба. Да. О, все подохли, обалдеть из одной. А у нас сколько бомб вообще? У нас их 3 штуки. Одна и все, и готов. Подбили. Сбили. Давай, следующий. Опа, готов. Следующий готов. Следующий готов. Следующий готов. Ай, не готов. Вот этот был сейчас готов. Так, поспокойнее хоть стало, да? Да, все. Так, все, продвигаемся. Трупное мясо. Такое? Так, продолжаем бой. Как вы видите, у нас сапожки появились тут скоростные. Продолжаем бой. Да или нет? Запасаемся. Так, да-да-да, как я и сказала, бой продолжается. Возьмем посерьезнее что-нибудь. О, подохли упыри. Ой, что-то кто-то пуляет сзади, смотри. Дольфушка, ты откуда там? Откуда они стреляют? Что это такое летит? Они как-то обратно летят.
А кто стреляет его? Да вот эти вот. Дьяволы? Да, демоны эти. Как они там? Сейчас мы загасим демоны. Сейчас мы вас загасим. Арнольд вас загасит. Так, у нас сапожки закончились. Так, дьяволы откинулись, остались три робота. Шаш, мы убьем робота. Так, робо-ша. Все, патронов мало? Патронки где бы нам набрать? Давайте, ну сколько у вас можно здесь появляться? Нам надо двигаться дальше, а вы там... Наши... Блин, опять появились мои. Сейчас они быстро умрут. Хлоп, 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 хлоп. О, поехали дальше. Так, 9 штук. Надо что-то поменять. Горите в аду. Так, огнем их не убить. Будем их убивать ракетами. О, огонь и тебе, на огонь. И тебе, и тебе. О, маленький. Ну, маленькие козявочки. Огоньки пошли, маленькие огоньки. Козявочки, ну что вы как козявочки у нас, давай. Падайте, погибайте быстрее, дольфушки пупчатые, бородавчатые, красно-горячие. Вы как раз для шашлыка на мясо, но мне очень мясо жарит, молодцы. Это что здесь такое нескончаемое поле? Так, теперь поменяем на огонь. Тра-та-та. Да. Косточки горячие, молодцы. Надо вам чуть-чуть обуглить, а то вы слишком мягкие, мягкотелые. Адольф стоит, что-то там, смотри, думает. Так, вы что тут забыли? Со спины нападаете на нас. Сюда нам, да? Так, такой бой надо было сохраниться. Так, и мы прошли. Сколько, где мы вообще уже? Вавилонская башня. Ребята, мы добрались до Вавилонской башни. Наша цель — Вавилонская башня, уже совсем рядом. Портал, который мы ищем, находится там. Но будь осторожен, существует легенда о жутком чудовище, что обитает внутри. Она утверждает, что всякий, кто победит его, сможет проникнуть в потусторонний мир. По-видимому, чудовище охраняет портал. Но сначала надо выбраться отсюда. Мы находимся во дворце короля Тилмуна. И единственный выход — вон та дверь впереди. О-о-о, кокаинчик, отлично. Что-то мало взяли. Элементы хорошие для зеленочки. Как только начинаешь пользоваться, так сразу появляется эти элементы. Ничего не берется. Плохо. О. А этого у нас было мало, оказывается. Какая музыка красивая, у нас тут прям. О скорпяки, скорпяшки. О, все подряд. Вот, очевидно, какой-то элемент. Мы до него добрались, да? Сейчас мы его возьмем. Давайте просто в наглую прям побежим и возьмем его. Так, сообщение я вижу, да. Сейчас мы погасим. Как гасим пожар. И обязательно почитаем, что же нам наша подруга компьютерная говорит. Подруга, а где друг? Друг куда? А из... друг? А мы смонтировался есть, мы из башки, что ли? Мы есть друг. Мы и друг, а она подруга вот. Ой! Ты откуда здесь нарисовался? Прошли кого-то там. Mm. О.
А? Слышим один? Кто его озвучивал, еще раз повторю. Кто озвучивает свинопаса? Вот он, дольфик. Что-то быстро мурущий. Дали хоть посмотреть на него надо было поближе. Посмотреть хочешь? Жаль, что ему оружие не взяли его. Но... Не, смотреть не хочу. На церемониальный зал. Это самый большой зал в башне. Церемониальный. Здесь проходили все важные мероприятия и церемонии. Сейчас он заперт, и нам нужен ключ. Я хорошо вижу его отсюда. Это статуэтка царя Тилмуна. Она стоит в середине комнаты. Нужно взять ее. Мы ее уже взяли. Так. Что касаемо противников. О, ветерок красный. Да фиг ты с ними. Блин, разновидность какая большая. Сколько мяса-то у нас? Вот он. Ты хотел на него посмотреть? Ух ты! Еще разочек посмотрим, да? Раз у нас возникает великое желание посмотреть на кого-либо. Оружие его не здесь. Почему бы нам не посмотреть? Карты бы с ним поиграем. Да, у него, кстати, ракеты вот такие вот. Он такими же ракетами стреляет. Ой, ничего не берется. Где это мы? Так, следующее место. Ну что там? Ух ты, вот это рожа. С кровью. А у него же кровь елась из этих... Из зубов он хотел сожрать уже. Он уже сам себя ел. Чу-чу-чу. Убиваем Дольфушку. Кто меня опять там кусает? Костя. Костя. Костя, ну что ты как купить? Так, да, и сообщение пришло. Космический зал. Невероятно. Космический зал. Еще один миф, ставший явью. При украшении этого зала вавилоняне использовали все, что знали из астрономии, о Вселенной, о планетах и о взаимодействии. Пользуясь сложными математическими и физическими расчетами, они могли определять по движению небесных тел их координаты и построили этот зал согласно основным законам Вселенной. Впечатляет. Как интересно. Мы не обращаем внимания пока что. Жабочки вы наши зеленые, где вы есть? У вас кровь на зубах, вы хотите меня съесть? Мясо само к нам идет. Кого не защищают? Что не хотят? Что вы хотите от нас? Зачем вы нас хотите убить? Зачем вы нас такие убить? Я хочу пить, я хочу воды пить, все. Сюда что? О, едем. На лифте. А мы едем вообще? Ух ты, едем. Жесть, башка летающая, уродливая башка, кошмар, какая она стрёмная. Так, мы спустились куда-то вниз, да, в какое-то подземелье. Нам обещали каких-то чудовищ, какое-то чудовище будет что-то там охранять. Чудовище? Так, что? Самец Гнар, вот он. Ух ты, самец. Зубки боевое кишат. Животное, размер 1,2 м. Козяк. Вот такой вот он, небольшой, да, но вот дерущийся. Думаю, что без специального оружия он очень хорошо может повредить. Так, о, кнопочка. Что-то. Люблю кнопочки. Нажимать всеми. Давай. Дой, ты не спеши. Вот. Ой, да у него, походу, такой язык. Ты чё, офигел? Я перевожу. Ты чё, офигел?
приехала. Вы видели, да? А другая запрыгнула, другая хотела поехать. Ты, Костя, а смотри. Ты как здесь оказалась? Адольф, ты Адольф, что ли? Костян Адольфович. Не знаю, зачем Костяков. Мы сюда ездили вообще вниз, и зачем мы в этот низ сюда ездили. Ой, сейчас нас предали. А, мы оказались на другом этом этаже, да? Нам надо было сюда приехать, переместиться. Значит, все верно. Как же идем, быстро умираемся. Так, броня. Убираем. Понаставили брони, понаставили. Спасибо за броню. Флоп. Чё там? Очевидно, нам сюда. Да? Ай, не попало. Так, ты почему не убил? Давай. Как у нас тут агрессор. Не-не-не, туда я не пойду. Не хочу я туда. Вот, пойдем вот сюда, значит, да? Дольф, откройся. А, вон Дольф, что? Не откройся, пока мы его не убьем. Ну давай, давай, сколько крови текет, как водопад, ё-моё. Водопад из крови. О, сигнализация. Тюрьма, дверь откроется. Дольфушка, ты чё там? Давай открывай. Ага, видишь, одного Дольфа не убиваем, ничего не открывается. Так его же там вроде и не было, да? Он появился. Мы смотрели. Это, то есть, это визитная карточка. Море крови, и тогда откроется. Ты ничего не берёшь. Все, значит, есть. Так, вот тут они сейчас по-любому повылезают из-за углов. Я знаю, это такая хитрость в Сэме, что враги всегда тут спрятаны, Кость стоят. Там сидит в углу, а? Да, они любят посидеть в углу. О, я сказал, Кость. Уже несутся. Вот прям издалека оттуда постреляем. Смотрите, как они дружно все падают, складываются в одну общую кучку. Так, 165 у нас этого. Заканчивается у нас давай, пушка, лазерная. Давай, побольше нам костей. О, что это такое? Анализ. Зал богов. Прежде чем попасть в церемониальный зал, вавилонцы должны были пройти через зал богов. Пройти его молча, в полной темноте, не отрывая взгляда от пола, чтобы не прогневать богов. Тем не менее, уборкой они здесь занимались. Так что где-то должен быть выключатель. В общем, Сэм, гляди в оба. Сэм, гляди в оба. О! Извините. Давайте искать выключатель. Выключатель? А что там? Чего выключать? Что нам выключать? Заброс? Так. Это ты нам говоришь? Адольф! Адольф, просто пищит. Ну по. Ох ты, еще какой-то Адольф, смотри. Так. Что у нас тут? Где у нас тут выключатель? Выключатель мы, наверное, найдем в следующей серии. Сохранимся. Вот здесь так вот мы вот здесь в темноте застряли, никто нам не подсвечивает, а дольшки орут, хотят нас убить. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк. Закончим серию в полной темноте. Пока.